Всем привет, вы на канале Суперкит. Как-то мне попалась накидка на кресло либо стул. Я добавил данный товар в избранные, но из-за цены не решался купить. Но вот все-таки собрался с мыслью и заказал. Смысл этого устройства в том, что здесь встроены несколько вибромоторчиков в разных местах, которые своей вибрацией должны создать иллюзию массажа. Как видно, есть возможность отсоединить блок питания и подключить провод с разъемом в прикуриватель автомобиля, что дает возможность использовать данный чехол на сиденье и машину. Управление происходит посредством проводного пульта, на котором есть несколько кнопок. Кстати, блок питания имеет такие характеристики. Давайте включу, самому интересно. Загорающиеся светодиоды соответствуют работающим в этот момент моторчикам, которых здесь получается 9 штук. Каждую минуту программа меняется, изменяя порядок и длительность вибрации. То есть на 10 минут придется 10 разных программ, чтобы не уснуть от монотонности. Хотя попробуй тут усни. Самая очевидная кнопка – кнопка включения. Она выделена красным цветом. У нее 4 режима – включить на 10 минут, на 20 минут, на 30 минут и выключить. Размеры чехла приблизительно 115 на 47 сантиметров. Две резинки помогают зацепиться за спинку стула или кресла. Выглядит это так. Частоту переключений можно менять соответствующей кнопкой. Можно менять программы вручную или вообще включить отдельно конкретную область. Силу вибрации также можно выбрать. Ну и остается кнопка нагрева, которую можно включить только в случае вибрации. И работает он только в зоне пятой точки и поясницы. Я не сказал бы, что это похоже на массаж, как лично я вижу это. А еще я бы снизил силу вибраций, поскольку минимальный вариант все равно кажется не слабым. Работает не тихо, вы сами слышали. Но если положить на кровать сверху одеяло, а сверху себя, то в другой комнате вас вряд ли услышат. Данное устройство я использую в лежачем положении. Такая вот штукенция. Как по мне, игрушка своих денег не стоит. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал,
Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!